только что остановилась в Абе. Боже, какая красота. Какое красивое розовое небо на восходе. На закате, вернее. In a quarter mile, turn left. Так, скорее всего, Indian River. Там полицейский активитель где-то. Через ночь, вот он. Turn left, then slide right. Вот он, мой пункт назначения. Боже, как красиво. Slide right. Боже, как красиво. Пошли сюда. Закатик посмотреть. Пошли сюда. Уже все, заката не видно. Припозднилась я. Вот эти вот все длинные парковки, это все для длинных трейлов. Head southwest. Боже, какая красотень. Какие парки замечательные. Детская площадка здесь же. Вот он, выход к морю. Тут же можно ловить рыбку. Детские качельки. Как красиво. Пойдем сюда или пойдем туда уже? Сейчас я все это объеду. Вон туалет. Head west. Сейчас давай я уже это все объеду. И вот там потрясающий закат. Обалдеть можно, какая красота. И это все, еще раз повторюсь, это все бесплатно. Тут можно приготовить себе завтрак, обед, ужин, либо просто посидеть с семьей, пообедать, позавтракать, поужинать. Вот это туалетик. Еще я. Едем этой красоты. Ну, какие яхты шикарные. Head north. Все, Зелдочка, вон еще туалетики есть. Зелдочка, угомонись. Я сейчас вот сюда вот припаркуюсь, вот. И выйду, чтобы вот сюда посмотреть на этот закат чуть-чуть. Как красиво. Жалко, я не успела. Чуть-чуть опоздала. Иначе я бы заметила вот этот красивый-красивый закат. Но все равно красиво. Так, поехали. Где же, интересно, где же я? Так, я доела свою рыбку сегодняшнюю после обеда, остановилась в парке. Сегодня ночью будет 0 градусов тепла, и завтрашняя ночь уже будет 16 градусов. И завтра день будет очень теплый, шикарный просто. Спать здесь ночью нельзя. Overnight паркинг запрещен. Поэтому я буду придерживаться этих правил, и понятное дело, не буду здесь парковаться овернайт. А вот тут вот, наверное, можно купаться. Вот они, пляжики, да. Да. Вот тут спускаетесь в воду. А как красиво. Собирается парень на лодке ехать. Уж замечательно. Ой, холодно, замерзла. Реально замерзла. Боже, как красиво. И тут тоже можно прогуляться. Да, завтра сюда приду с утра. Тут с утра себе сделаю кофе, завтрак. До конца уже я не пойду. Всем отличного дня. Отличной ночи. Замерзла. Какая загоревшая. Когда красно-белое одеваешь, какая прям видно загар. Такой прям ух. Завтра я поеду на Форт Лодердейл, снова там буду загорать. Останусь там еще на пару дней. И вот тут сразу полицейское управление. Вот их здание. Боже, как красиво. Господи, да как же красиво. Я не хочу отсюда выезжать.
Я должна была отсюда въехать в другое место, чтобы ночевать. Я не хочу. Вон какое закатище. Ой, какая красота. Боже мой. Ну что, остаться здесь? Плюнуть на все, остаться здесь. Пусть меня разбудит красивый полицейский. Дай бог с ним. Вон она что. Так, вот он рамп. Вот рамп, вот он здесь. Вот сюда вот люди. Свои удочки спускают на воду. И тут они паркуются. Стоит машинка, может, я возле нее встану? Я встану возле нее и чё? А там посмотрим, выгонят. И так уеду. Я так смотрю, что кто-то в домике, кто-то в этом домике просто. Ага, это для. Это. Угу. Наверное, тут парковаться нельзя. Я все-таки решила погулять по этому парку, послушать шум волн. Я тут практически одна, потому что стоят машины тех, кто ушел в море, ну, как сказать, ушел в реку, рыболовы. Я тут одна. Прогуливаясь по парку, кто-то оставил тут свой велосипед, привязал на чем-то. Не знаю, может быть, с велосипедом был маленький каяк надувной какой-нибудь, ну, вот велосипед стоит. А куда мог деться человек? Только на каяке куда-то уйти. И вот приходят, паркуются сюда вот эти все лодочки. Это еще раз повторяю, все это бесплатно. Люди выходят со своими, со своей рыбой, которую они наловили. И вот тут вот они ее чистят. Вот тут они ее чистят. И все, что остается, все это смывается вот сюда, в реку. Вот тут открывается вода. Вон она. Вон она, видите, открывается водичка. Все после себя оставляют чистеньким. Ничего, грязи никакой нет. Вот там вот немножко видны эти от рыбы шелуха, чешуя чуть-чуть. Вот, вся рыба эта сбрасывается, отдается пеликанам, потому что пеликаны всегда на страже. Какие яркие звезды. Как хорошо, как романтично. Вот отсюда вот лодочки спускаются. Здорово. Как здорово. Я же обошла вот так вот вокруг. У меня, кстати, тоже удочка есть. Я тоже могу сейчас рыбку половить. Запросто, запросто могу половить рыбу. Я сейчас и буду. А зачем мне сейчас куда-то ехать? Всего лишь 7 часов, да? Или уже поехать лечь спать, завтра половить? Не знаю. Тут столы стоят, пожалуйста. Вон он с ребеночком ловит рыбку. Ай. Какая красота, все, закат уже этот багровый уже прошел, уже спрятался. Как здорово. Боже, как же здорово. Вот так молодец папочка с сыночкой пришел. Отдохнули вечером перед сном. Какая красота. Ребята наловили, сеткой ловят. Да. Что-то поймали. Hi. Hello. Did you get anything? No. No? No. Okay, good luck to you. Thank you. Я спросила, ты что-то поймал? Он говорит, нет. Я говорю, тебе удачи. Ой, как хорошо, боже, такой воздух свежайший. Hello. Что значит, да? Подойди и спроси. Я только что подошла к полицейскому с той стороны. Он стоял там,
я не знаю, по-моему, то ли он просто стоял на улице. Я говорю, ты здесь работаешь? Он говорит, ну да, я уже подошла ближе, смотрю, он, да, полицейский. Черный парень, молодой, лет, наверное, 45. Я говорю, у меня есть к тебе вопрос. Я говорю, ты должен мне помочь. Он говорит, такой сразу, чем помочь? Я говорю, да в принципе ничем. Я говорю, могу ли я здесь остаться overnight parking? Ну, то есть в машине на всю ночь. Он говорит, ты знаешь, вообще-то тут мы ездим, проверяем. Вообще-то тут можно оставаться, ночевать только тем, кто... Вот эти машины могут ночевать, которые оставили свои машины здесь и пустили свои лодки в воду. Он говорит, вообще мы ездим и проверяем, чтобы... Ну, как бы нет, нельзя. Я говорю, а что же мне делать? Он говорит, а ты вообще как? Я говорю, да я живу в Орландо, просто путешествую. Завтра хочу утром проснуться пораньше, поехать. Вот тут вот есть, вот там вот где-то. Там или вот там где-то маленький остров. А я уже говорила, ферри берешь, $12 туда-обратно. Там кристально чистая вода. Короче, я говорю, завтра хочу с утра поехать на этот маленький остров. Он говорит, давай так, я тебе ничего не говорил. Я говорю, клянусь, ты мне ничего не говори. Он говорит, езжай вот там, удай там свои машины, и там тебя никто трогать не будет. Я говорю, ну, спасибо тебе громаднейшее. Все, сейчас я пойду схожу, почищу свои зубки, умоюсь и поеду парковаться. Как классно! Мы с ним так долго разговаривали, такой парень вообще молодец. И он как начал, говорит, чё ж... Короче, он всегда счастливый. Он говорит, надо быть счастливым сегодня, как никогда, потому что никто не знает, что случится завтра. И ты, смотри, говорит, на себя, смотри, ты, говорит, здоровая, крепкая, молодая, как бы это. Я говорю, ну да. Он говорит, ну так, я же, так я же говорю, я же то же самое всегда говорю. Пока у тебя есть здоровье, руки, ноги, глаза и уши, которые слышат, глаза, которые видят, конечно, ты абсолютно счастлив. Конечно. Короче, парень оказался просто офигительный. Ну вот, кстати, он, может быть, они все черные такие, потому что у меня такой же Роберт, он мне то же самое говорит. Живи сейчас, живи одним днем. Ну, я никогда не жалуюсь вообще, но вот бывают моменты там какие-то, там где-то что-то, там кто-то что-то. Он говорит, я не понимаю, как люди не могут быть счастливыми. Ты счастлив уже тем, что ты жив. Ты счастлив уже тем, что ты можешь видеть, слышать, и ты можешь ходить своими ногами, есть, как бы переваривая все и все это прочее. А ведь действительно, как мало нужно людям для счастья, правильно? Все, поехали.